Насадки на линзы достигали таких размеров, что погребали под собой фотоаппарат, фотографа и объект съемки. Зато на снимках отчетливо было видно, что уже наступил апокалипсис, и можно не беспокоиться о завтрашнем дне, как и о дне морском, ибо все сущее опять покрыли воды, и Божий лик отобразился в них. Но снизу об этом можно было только догадываться.